После окончания института, поработав в различных коммерческих структурах, понял, что могу открыть собственное дело в области программно-аппаратных комплексов. На начальном этапе были финансовые трудности, были трудности с постановкой цели. Помогло сотрудничество с компаниями, такими как «Мегафон», Уфимская государственная академия экономики и сервиса и другие. Помогла и поддержка семьи. Никакого секрета успеха на самом деле нет. Есть конкретно поставленные цели и пути их достижения, а также трудолюбие. А успехом для себя я считаю открытие производства на территории Республики Башкортостан и внедрение нашей продукции на реальных объектах. Перспективы развития нашей фирмы, я считаю, охват других областей народного хозяйства с целью принести значительный экономический эффект.